Ну вот, например, украденного времени как раз в начале своей истории знаменитая «Ламенто Дидоне», «Плач Дидоне» Генри Персоа, где мы слышим вот это самое патетическое, сделанное гармонией, главным образом, композитором «Украденное время». Всякие задержания, предъемы в гармонических голосах, паузы и возгласы вокальной партии. Все это проявление вот тех самых краш времени, которые достойны в патетическом роде. Thank you.
танцы – это, вот, конечно, финальный эллипсис в постпрелюдии, инструментальный, вот в этом хроматическом спуске как раз вот такое гармоническими средствами сделано, украденное время с плывущими вертикалями, да, постоянные задержания, которые не разрешаются. Все эти катахористики, когда диссонанс один идет в другой.